За плечами Уваровского Сахарного 63 года работы, колоссальный опыт и копилка рекордов. Прошлый сезон стал для завода самым продуктивным. В местных цехах переработали больше 1 миллиона тонн свеклы. В стране такими цифрами может похвастать всего десяток предприятий. Закрома завода наполнены сахаром буквально под завязку. Мы находимся на складе номер 4 Уваровского сахарного завода. Площадь данного склада 5700 метров, емкость склада 16 тысяч. В данный момент у нас как раз и хранится данное количество. 16 тысяч тонн или 320 тысяч мешков, и это только один из складов завода. Ровные башенки из белого кирпича долго здесь стоять не будут. Отгрузки с данной секции в соответствии с нашими контрактами начнутся где-то конец апреля, начало мая 2020 года. Удивительно, но построено это сахарное великолепие было вручную. В складской работе не так много автоматики, как может показаться. Погрузочный штабель-укладчик только доставляет мешки, ну так скажем, условно на этаж, где работает бригада из 7 человек. Получая мешки с упаковочного отделения, они могут за 12-часовую смену уложить сладкую крепостную стену из 10 тысяч мешков, где мешки – это кирпичики. Сахар путешествует по стране за ее пределами грузовыми автомобилями и по железной дороге. Сезон производства длится около полугода. С небольшим смещением начинается пора ежедневных отгрузок. Уваровский сахар едят и в странах ближнего зарубежья. Но в приоритете у производителей отечественный потребитель. В первую очередь, конечно, региональный рынок. Сегодня на предприятии, на складах вы это видели, в наличии порядка 40 тысяч тонн сахара песка. Это абсолютно достаточно, чтобы обеспечить сахаром наш регион в полном объеме. Ну а учитывая того, что наш завод не один такой, то мы сегодня Тамбовская область, она является сахаропроизводящим. Высокий спрос сохраняется и на гранулированный жом, который в больших объемах у предприятия закупают европейские клиенты. В условиях перепроизводства сахара в стране завод в предстоящем сезоне примет меньше сырья. Таковы правила рынка. Однако на конечном потребителе это никак не скажется. Павел Юрасов, Николай Иванов, Ольга Кириллова, Область новостей.